Тысячи футбольных болельщиков Югры с нетерпением ждут четвертьфинального матча чемпионата мира. Россия встретится со сборной Хорватии. Матч состоится завтра в Сочи в 23 часа по нашему времени. В своей истории Россия и Хорватия встречались трижды. Две встречи завершились в нулевую ничью. Еще в одном поединке победили хорваты. Букмекеры, кстати, именно их видят фаворитами. А югорчане тем временем дали свой прогноз на предстоящий матч. Будет ничья. Также, наверное, дополнительное время будет, потому что обе команда будет на оборону играть. Ну, до пенальти не думаю, то что дополнительное время. Но Россия не должна проиграть. Я думаю, Россия победит. Почему? Ну, играть нормально стали. Ну, я думаю, Россия выиграет со счетом 1-0. Россия победит. Что не сильнейшая? 2-1 наша уверенность. Почему? Ну, потому что у меня такое предчувствие.